Данчес будет играть против Басита. Раунд начнется через... Посмотрим, за Данчесом, говорят, сейчас разрушает и главный фаворит турнира. Потому что там остались-то уже пупсики на самом деле. Там. Чера пупсик. Так, Данчес бежит, релган у него. Галена на дум. Так. Хорошо. Не попал Ролган. Нервничает малец. Но опять же, это турнир. То есть... Зумит. Секунду не дожил. Просто секунду. Жесткий шаут. Хорошо. Так. Все, Кудрявый сейчас зажмет его. Да, зажал. Пока вообще не отпускает. 2-0. Обманки делает. Хорошо, вообще без шансов. И сейчас еще есть тайминг забрать этот и прийти еще на мигу. Секундомер. Галена. Почему вы не баните Галену? Если вы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он просто его сжег. 4-0. Ебать. Очень сильный ролган. 5-0. Как же он еборит. Секундомер. Хорошо. Жестко. Секундомер. Пока пасита паситу делает. Пасаситу. Сейчас можно зажать. Если релган не попадет. Вот надо было пользоваться. Да, последняя ракета была лишней. Надо было просто включать шафт и давить его. Просто давить. Хорош. Молодец, паситы из-за позиции сейчас выиграл. И сейчас можно дальше ебошить его. Только шафтом, пожалуйста. Хорошо, прошел за мигой. Хорошо. Сейчас все есть. Но там два тотема, опять же. Сейчас третий тотем на себя будет кидать на красном на следующем. Смотрим. Как раз откатится. Вот 100 на 100 и будет драться за красный. Не дерется почему-то странно. Но он выигрывает. Ему спешить некуда. И он, видите, блочит. Шафт, пожалуйста, пасита. Пизда рулю. Просто, блядь, за счет позиции убил. Ну и перешафтил сильно очень. 6-1. Сейчас красный опять. Но у Данчеса сейчас появится ролган. Хорошо. Добить чем-нибудь, пожалуйста, только не ролганом. Сейчас здесь армор появится. Появился армор, 40 следующий. Дави. Хорошо. Пасита молодец, он сражается. То есть Данчес на Аиме. Сколько у него шафт? 49. 42 рейл. 40 ракета. 10 секунд. Сейчас важный очень момент. Перебив контроля. Будет? Нет? На шафтах залетай, пожалуйста. На шафтовом. Шафтом надо было. Шафтом, господи. 7-2. Очень сильная стрельба. Прям жесткая.
На, на. 53 шафт. Осталось 5 минут. Данчес опасен. Вот так-то, ребята. Опс. Вот сейчас есть у Спаситы шанс опять красный забрать и по новой давай. Не держит Рулган. Получает демейдж все равно тотемом. Вот здесь надо принимать. Не бойся, дерись. Он его, короче, напугал своим шафтом. И он теперь на шафтах боится драться даже как преимущество. Вот сейчас надо убить. Зря прыгнул. Если б не прыгнул, то убил бы. А тут двойной прыжок и в два раза больше демеджа впитал. Эта карта, скорее всего, уже отходит 100% Данчесу. Не скорее всего, а 100% уже отходит Данчесу. Тотем сейчас спрячет. Ага. Хорошо. Поджигайло пока устраивает. Релган не попал. Видите, какая ошибка у Паситы. Он с ним стреляется на шафтах. Зачем? Ты видишь то, что тебя тип перестреливает на шафтах. Жестко перестреливает. И все равно ты продолжаешь с ним стреляться. Тренси 2. Ебать, порка идет. А сейчас опять драка будет на шафтах на миге. Вот так надо. Тут остается 5 фрагов все сделать. Ну, стрельба у Данчеса. Ого-го. Но опять же, ошибки пока детские Данчес делает. Все так же. Впечатляюще. Тут уже доигрываем карту. Застрейфил хорошо. 17-3. Да, это к тем хейтерам, кто писал, типа, на агентовском турнире не будет сильных игроков, там, не будет прекрасных игр, там. Это вторая карта, да? Я так понимаю. Без шансов, короче. Данчес проходит дальше. Вот так. Нормально. Перестрелял жестко.